А кто последний? Вы занимали, мужчина? Дистанция, блядь, 2 метра, нахуй. А, коронавирус, пардон, блядь. Пардон. Единственное доступное турагентство в условиях изоляции. Тут по-андеграундней. Угу. Отметили. Вход 11.55. Артур, Джо, Вова и Никола. Не сказал бы, что это выглядит охуенно надежно. А значит, бревно, которое там стоит, охуенно надежно. Какое бревно? Ты не видел, блядь, я тебе показывал? Нет. Там такая же только палка просто. А, заебись. Местные блогеры. Я любой. Артур, да, я тебе ебану. Может быть такое, что реально мы... Я нашел, где мы. На протяжении 100 километров будем одни вообще, блядь. Там никто больше не входил. Да. Да, и машин на входе нет. Все, мы одни. Сейчас мы здесь одни. Режим самоизоляции максимальный. Короче, вполне возможно, что проход завалило, и хуй мы куда попадем. Но это не точно. Опа! Ну что там? Давайте сумки могу помочь. Наша задача сейчас найти цифры на стене, чтобы найти место на карте, где мы находимся. Ага. Ориентируемся мы вот по этим вот циферкам. Мы все умрем. Она летела по коридору на нас, развернулась и назад полетела. Да, я с тобой полетел. Или это птица была? Мышь. Сука, сраный Бэтмен, блядь. Напугал, блядь. Нам, кстати, в их сторону, за ними. Суки. Очень символично, что в разгар коронавирусной инфекции мы именно летучую мышь в пещере нашли. Бля, там же эти твари, ебаный бро. Вот если они мне в ебало полетят вот в этой хуете. Да ладно, она съебалась. Куда? Опять в ебанину ползем. Какую-то, блядь. Ой, сука. Тут пиздец просто. Ага. Ебануться. Видишь, какую смерть там ползает? Вон знак на выход. Видите? Ага. Не пугай только я. Шок-контент, блять. Ой. Морхва на колен тебя сожрет, блядь. Если что, вниз падай, все. Самые два слова. Тихо. Без резко. Пизда, блядь! Полетело? Да. Да, все, улетело то значит. Долго еще идти? Да. Появилась вода. Возможно, мы уже подходим к подземному озеру, которое искали. А может и нет. Пока смотрим. Дома Тарас брал. Я промок. Пройдя почти в самую дальнюю часть пещер, для интереса просто посмотрите, из чего сделан потолок. Обратите внимание, да, трещины, своеобразный рельеф и на чем это все держится. То есть, блядь,